И всем привет, с вами я. И сегодня мы будем играть в My Singing Monsters, где мой новый аккаунт на планшете. У меня получился планшет. Начинаем. Угу. Так, монстры покупаем барабамня. Ждем. И вот наш барабан. Размещаем его. Так, давайте его разместим вот сюда. Давайте заберем награду. 150. Надо перемывать барабан мне. Ну, давайте переминуем. Смотрите, как можно сделать. Все, мы его переминали. На хлеб получаем 2 хлеба. Мы получили мамонта. Давайте пока не ускорять будем. Надеюсь, вы не против, что мы будем ждать. Давайте пока посмотрим характеристики, прочитаем про нашего барабамня. Так, барабамня по сути музыкальные камни. Их незамысленные ритмы, эхо по пульса самой земли острова, вибрации создаваемого барабамня рокота заставляют других монстров качать головами в такт. Ну, короче, понятно. Если что, на моем другом аккаунте основном уже есть в ужас. Так, мы сможем что-то убрать. Нужен 4-й уровень. Мы на большом острове. А, еще 40 минут. Вы сможете подождать 40 минут? 40 минут, братан. Так, тут инкубатор, где мы сможем скрещивать наших монстров и получать новых. Ну, это вся суть игры, что мы должны скрещивать монстров, получать новых. Это будет первая серия с нового аккаунта. Три, два, один. Давайте ставим мамонта. Мамонта. Так, поставили мамонта. Ритм, слушай. Бам-бам-бам-бам. Ну, короче, прикольно. Ставим нашу пекарню. Ага. Печем печень. Так, давайте заберем награду. Ну, и сейчас можно уже ускорить. Вот наше печенье, теперь прокачаем монстров. Все, забираем 2 награды. У нас 4-й уровень. Я думаю, надо сделать потише. Вот так нормально, надеюсь. Так, все, мы можем раскрутить. Так. Первый раз бесплатно. Надеюсь, нам попадется супер. Нет, нам попался релик. Но это тоже хорошо. Давайте посмотрим видео. У меня 15%. Может, это видео не будет.
это не реклама, которая ждем. Сочные стейки есть у нас, привезут все за час. На Озон Фреш, на Озон Фреш. Закажи еду на Озон Фреш. Пельмени классические, сибирская коллекция за 299 рублей. Все, вроде реклама кончилась. Сейчас точно попался. Кстати, интересный факт. Глисон тоже сразу рассчитано, что тебе попадется. Поэтому это никакой рандом. Окей, давайте. Еще раз. И не получается. Потрачем все кристаллы. Ну и что? Наоборот, сверху выпал. Давайте попробуем. Вот тут. Ладно. 500. Прокачаем мамонта. Так. Понятно. Давайте оставим эти два гема пока. Так, давайте покачаем. И барабан. И надо уже вырубать деревья. Так, сразу несколько, не забыл сколько. 20 секунд. Окей, сейчас вырубим все маленькие деревья. Нам нужен побольше уровень. Сколько мы уровнем это разблокировать? Съедем. Окей. Код друга. Теперь нам нужно камушки. Сколько их надо? Ух, долго. Ну ладно. Опа. Мне нет столько монет. Окей. Допустим. О, нет, стоп. О, новый монстр. Олег Птица. Я заболел, но ничего страшного. Надеюсь. Ладно, пошлите на остров растений. Сейчас попробуем получить. Я все знаю. Ударщик. Так, вот у нас ударщик. Ускоряем.
Окей, ребят, сейчас я вам покажу это мой аккаунт на телефоне. Я там намного прокачал. Вот мой код друга на этом. Сейчас я попробую пригласить сюда меня. Подождите немного. Я вам сейчас покажу мой остров на телефоне. Сейчас. Если что, у меня на телефоне уже есть много монстров. Очень. Очень. На заставке мне не хватает всего лишь 3 монстра. Это Карабас, ну и еще кто-то. Я сейчас пытаюсь вывести много вублинов. Очень много вублинов. Я вам не смогу снимать на телефоне, потому что там куча рекламы. Я попробую с планшета на этот аккаунт как-то переместиться. Подскажите мне в комментариях, если они вообще будут. Сейчас вы будете слушать мою музыку на моем острове растений. Ну, на телефоне. Надо сейчас все собрать у меня здесь. Так. Так, давайте я включу здесь звук. И сейчас будете слушать. Это ужас. И у меня есть еще скелет и буджуб. Ну, короче, нормально. Сейчас я пишу мой код друга. Так. Вот он я. Давайте мне пошли на ключ и посетим мой остров. Так, куда мне нужны факелы? Ну, давайте
Острый холод. Мне нужен факел. Вот мой острый холод. Вот он мой ужас. Вот. Короче, добавляйте меня, друзья. Эти два аккаунта. Вот мой остров Кости. Еще в этой штуке есть монстр. Ладно, давайте зайдем на остров Воблинов. Ладно, пошлите домой. И забираем два геймпасика. Так, может мы можем купить новых монстров? И это парализатор. Ладно, давайте сыграем в игру на память. Так, давайте сделаем потише. Я буду молча делать, окей. Так. Ладно, тогда с комментариями. Дуа 10%. Допустим. Я уменьшу яркость. И звук. 10%. Так сильно не садились. Успеем записать этот ролик. Ну, выиграли хотя бы что-то. Так. И ставим палец. Сколько у меня мест? 5. Странно, на телефоне 4. Окей. Давайте сделаем монстра. Для этого нам понадобится ударщик и полизатор. У нас получился полизатор. Ладно, давайте еще раз крутим. Ну, окей, допустим. Я забыл. Ну окей, давайте еще прокрутим. Он же так близко. Ну окей, тогда давайте расставим очень интересных монстров. А, у меня их нет. Понятно. Так, у нас получится Тирокс. Окей, полизатор. Давайте еще раз. И у нас получился Тирокс. Ну, наверное, на этом моменте я буду заканчивать. Всем пока. Ну, может будет следующая серия, но уже на моем аккаунте. Ладно. Всем пока.